Учить ничем. Даже танком не разбить. Привет. Вы теперь где? Мы в ресторане, отдыхаем. Наконец-то на свободе. Мы очень рады, кстати. Мы прям выдохнули. Скоро на море еще. Дом 2 параша. Привет. Вы очень красивый. Приветик. Вернитесь. Мне неохота, правда. Алина с Максимом вместе нет. Почему ушли? Достал Дом 2, не выдержали. Подумали, что у нас остался один месяц лета, что надо успеть на море слетать, надо детей нормально в школу собрать, нужно комиссию в сады пройти, все такое. Очень надеюсь, вернетесь. Никогда. Неохота, ребята, это пройден этап. Саша сменил прическу. Да. Он еще не успел подстричься. Так, блин, зачем вы ушли? Теперь в прямых эфирах мы постоянно будем, не волнуйтесь. Много интересного, интереснейший контент. Нет, еще. Пример мужчины, что уважает так тебя. Так, он очень тебя уважает. Что нового у вас? У нас все хорошо, мы на свободе, мы счастливы. Шмотки задолбались разбирать дом, там хлам такой. Да, я сегодня, представьте, с 9 утра до 9 вечера убиралась. Что нового у вас? Отлично все. Вы огонь, семья на века. Почему вы все-таки ушли? Расскажешь? Мы устали, психанули и ушли. Как там Барди? Блядская атмосфера. Они вместе, да, Дом 2, все по сценарию. Иногда подкидывают темки. Точно не разлучить. Уже пора друг друга принимать такими, какие вы есть. В Москве остались, нет, мы в свой город вернулись. Кадони провокатор. Это не Кадони провокатор, Кадони нормальный пацан. Как Ромашова, все нормально. Ульяна, потому что всех детей сказали убрать. Что? А при чем тут дети? Нет, мы сами ушли по собственному желанию. Отличается совместная жизнь после Дом 2, конечно. Легче 100 раз. На Дом 2 просто дичь. А Саша детей собирается принять? Принял уж давно. Твой батюшка такой. Ульян, ты любишь Сашу или он? Или от безысходности? Конечно, люблю человека. Конечно, от безысходности. Он очень уважает тебя, правда. Это видно, он восхищается тобой. Что случилось у Адеева с Аней? Давай ты возьмешь эту ответственность на себя. Увидите, ребята, шок-контент. Да мы уже можем взять. Скрылось такое видео, как Аня голая шла с Грантом по отелю. Грант елдой размахивал там своей, Аня рядом шла, смеялась. Вы крутые, спасибо. По Саше заметно, что он показушник. Ну ладно. Красотка и гопник. Да, как есть. Ушли с дома, да. Понимаю тебя, Саня. Каждой красотке нужен свой гопник, личный, собственный гопник. Какое ощущение после того, как вернулись домой? Знаете, честно, мы прям выдохнули. Это свобода, ты можешь идти куда хочешь, вставать во сколько хочешь, делать что хочешь, никто у тебя телефон не будет забирать. Нет никаких провокаций, живешь и радуешься. Зачем после ухода говорить плохое? А никто и не говорит плохое. То самое хорошее. Да. Верите в пару Ваню и Крис? Ваше мнение, любит Ваню Крис? Саша, я уже говорила. Не знаю, мне кажется, у Вани на Крис, ну, так себе. Глазки у него на нее явно не блестят. Ваньку нужна королева, как Ульянка. А Кристина, она так, мышка. Привет. А я думаю, что они любят друг друга. Кристин точно любит Ванька, а Ваньку нужна богиня посерьезнее. Кадони огонь. Очень Саня тебя любит. Береги свой мирок. Почему вы ушли? Мы устали. Мы устали, зарплату не поднимали. И мы ушли. Умничка. Все мои комменты читаешь. Спасибо. Стараюсь. Барсиков по сценарию. Да нет, нет. Там нету прям такого сценария, но там есть провокации, понимаете? Иногда что-то принудительно могут тебе намекнуть. Так. Да, согласна, сейчас в доме ужас, что творится. Стыдоба в нормальном там место. Поэтому мы ушли. А когда свадьба у Жени и Насти 2 дня назад была? Куда планируете поехать отдыхать? Пока думаем. Жалко очень, так люблю
ваш за город. Мы здесь будем всегда. Уважаю вас, очень красивая пара, цени свою девушку. А, кстати, букет поймала. Смотрите, он у меня маску украл. Да нет, посиди, если на мне маска будет, я просто отвернулась. Саша любит вас так. Почему ушли? Мы устали. Вот 208 человек. Сейчас эфиры жесть, вы лучшие. Спасибо. Кутузовы, я без вас смотреть не буду эфиры. Спасибо. Мы вам в сторис будем эфиры делать, обещаю. Жалко, что ушли. За вами было интересно наблюдать. Пипец. Сохрани эфир, сохраню. Саша, береги Ульяну. На какое море полетите? Пока еще не знаю. На Рязанское. Нет. Так. Саша, ты бодрый парень, цени жену, все будет супер. Привет из Рязани, привет. Ульяна, у кого делала губы? Очень красивые. Я год назад делала всего лишь 0,5 верхнюю, и уже почти все рассосалось, у меня свои губы неплохие были. После видно, они после видео они расстались. Аня Садеева, да, ты классная, жалко, что ушли. Да ладно, ребят. Сашка красава, всегда говорит прямо, за все ответит. Счастья вам, берегите друг друга. Спасибо. Проекту невыгодно, если будут спокойно хорошие отношения. Оргазм нужны скандалы. На этом и держится проект. Там долго годами все проектные продаются. Да, все правильно, молодец ты говоришь. Прям в пятерку попал. Да и правильно, там такое на доме. Одна белая, чего стоит. Там пробу негде ставить. Белая вообще сумасшедшая, реально. Она, блядь, шмара конкретная, ну, просто. Хватит. Кристина, да не подходит Ване. Белая хорошая девочка. Да, согласен, вас Кристина Ване не подходит. У вас дети очень красивые. Дочь вообще очень умненькая. Спасибо, ребят. Саша лучше, а Ульяна еще лучше. Ты красотка, Саша молодец. Спасибо, ребятки. Привет, как вы? У нас все отлично, мы отдыхаем, радуемся. Ребяточки мои, да мы никуда не ушли, мы просто на новый уровень перешли. Мы с грязи соскочили и будем теперь вас радовать вот отсюда, вот с реальной жизни. Тут много интересных моментов. Спасибо большое. Привет, как вы? Все супер, все верно говоришь. Крис, посредственность. Кристина не подходит Ване, согласна. Ваня не любит Кристину, она любит. Почему Николайчуки разводятся? Как потому что Николайчук оказался игроманом, он занимал у всех бабла. И даже у меня. И Ульянку даже на десятку кинул. Занимал у всех бабла. И все проиграл. Он то ли ставки, то ли в казино, непонятно, у бабушки там денег занял. Короче, чертом оказался конкретным. Ульяна, ты же писала, что он не Порше, а Логан. Саша тебя любит, ты нет. Ну, думайте, как хотите. Ужас. Миша с Аленой по сценарию? Да нет. Красивые, спасибо. Как дела у детей? Все супер. Где вы сейчас находитесь? В старом Мельнике. Да нафиг. В офигенном кафе находимся. В офигенном. Крис Ваньку. На проект, да. Спасибо большое. Деньга капает, да. Фанат. Чисто русская хавка. Сожрут, если кинет ее, вот и безнадега. Да понятно всем, что там есть сценарий. Приветик. Вы яркие были на проекте, будут еще просить вернуться вас. Но мы не пойдем. Зачем так про Кристину? Она очень достойная. Ребяточки, ну мы свое мнение высказываем. Мы о ней плохо не сказали. Просто люди, некоторые умеют говорить правду, а некоторые только жопу лизать. Понимаю тебя, Ульяна. Саша, береги свое золото. У тебя девушка очень красивая. Что нравилось, что не нравилось на доме? Ограничение свободы не нравилось. Я так рада, что вы вместе. Мышиная возня не нравилась очень сильно. Это правда, что Артур долги понабрал? Да. Родители помогают с детьми, у нас их нет, к сожалению. Спасибо, что читаешь все комментарии. Вы замечательные. Дом 2 вас только разрушал. Согласна, кстати. Мы детдомовские. Классная. Спасибо. Без вас нет смысла смотреть Дом 2. Саш хороший, любит детишек. Да. Что устроила Белая? О, марафон. Ну, то получше было, явно. Да пофигу. Что
будешь продолжать маникюром заниматься, да, я буду продвигать свой бренд. Она бог маникюра, я вам гарантирую. Она просто бог. Что она творит с ногтями? Я 10 лет уже занимаюсь. Да вы выходите сюда, будем скучать. Мы всегда будем в эфире. Вы ушли, да. Были недолго на доме, оставили как свои родные, счастья. Вам очень приятно, спасибо, ребятки. Саша, правду сказала про Крис, молодец. Саша, Ване твой ответ не понравится. Лен... Да я Ваньку отлично вообще собирался сказать, но мне не дали слова, поэтому это, я думаю, как бы Ванек все поймет. Ну, это очевидные вещи. Просто что-то никак случая не было Ваньку сообщить об этом. Но это мое мнение, как бы, я же не говорю, что это правда. Но я как вижу, так и говорю. Что... Это талант такой от Бога есть. Что думаете насчет... Что думаете насчет Максима и Алины? Ну, у них ничего не получится. Саша очень крутой мужик. Адеев расстался, да я думаю, уже сошелся. Да Адеев такая мышь вообще жуткая, проектная. Ему что ни кинь, какую грязь, он ее всю сожрет. Обезьяна редкостная. Ульяна, кстати, ты говорила недавно про один эфир, где все ругались, помнишь? Ну, возможно. Белая ШБ, пипец. Ну... Да, белая ШБ, факт. Ульянка с ней заступается, ей жалко ее, а мне я... Мне Юлька нравится как девчонка, то, что она такая, но это ее выбор. Это ее выбор быть ШБ. Ну а что? ШБ. Дай читать буду, подожди, не торопись. Эксперт по отношениям. Разочарование, Саша, огонь. Что думает Саша о Белой и Тигране? Наглухо. Белая лярва. Тигран влюбился в лярву, а нет ничего страшнее для мужчин, чем влюбиться в лярву, и он искренне ее любит. Я его 3 дня успокаивал, орал, говорю, братан, не нырни опять в это болото. И вот уж не знаю, нырнет он в него, не нырнет, но это будет, конечно, катастрофа. Реально 280. Нет ничего хуже для мужика, чем влюбиться в шмару, а у Тиграна так вышло, он правда ее любит, а она правда шмара. У тебя дочка мега красивая, такая умница, маленькая царевна, да, у меня она такая. Прямолинейный такой Саша, я не могу. Правильно, новая ступень, главное не ругайтесь. Как показало время, ребяточки, только слабых скандалы рушат отношения сильных. Мы реально с ней прошли огонь и воду. Что мы только с ней не пережили, вот поверьте мне. Я до сих пор вместе, не потому что там я терпила или она терпила, а потому что мы знаем вообще, что оно того стоит. Саша все по делу говорит. Так, больше историй. Хорошо, я просто везде не убиралась. Ульяна, жаль, что ушли. Пусть все будет хорошо у вас, Саша. Спасибо. И у вас, ребяточки, пусть все будет только хорошо. Лучше всех на свете. Детки у вас очень крутые, милые. Дочка вообще умница. Спасибо соображает, большое. Помогает, да. Мне нравится вас то, что вы такие, какие есть, настоящие. Саша, огонь, не ругайтесь. Как вам проект, понравилось там? Вам? Ну да, мы некий опыт приобрели. Там как школа жизни, школа выживания. На самом деле было бы с нашей стороны неправильно обосрать, взять проект. Там на самом деле много есть гнилых моментов, но там есть и позитивные моменты. Например, познакомились с такими людьми, как Барзиков, вот мне очень нравится, как пацан, Безус, вообще огонь, чел, Тигран, нормальный пацан. Мы посмотрели, как эта вся вообще, ну, гниль выглядит изнутри. Мы там побывали и как бы поняли вообще, на самом деле, это очень серьезная школа жизни, вот 2-3 месяца там, это на самом деле колоссальный опыт, поэтому я ничего плохого не скажу про проект, потому что как мы там были, мы там жили, но на самом деле каждый пусть останется при своем мнении. Так, давно было правда идти из дома 2. Давно пора правда идти из дома 2. Кто
проиграл. Кто проиграл, во что? Во что проиграл-то? Алина Иордан с Максимом? Нет, это муж или парень? Ты кто, муж или парень? Муж. Мы, кстати, когда развелись... Колечко мое. Нет, смотрите, я ходила, штамп ставила о разводе, а он нет, он еще женат на мне, а я в разводе с ним. Такая вот херня. Кто занимал деньги? Артур. Вы четкий, кайфовый эфир. Спасибо. И паучки уйдут, вроде бы, да. Да красивый, там уже черт. Спасибо. Черт. Саша прикольно отвечает, чем Ульяна. Все откровенно. Пусть Ульяна читает, а Саша отвечает. Хорош. Она лучшая женщина на свете. Нормально все. Уже на весь этот. Пусть знает. Я первый раз на эфир отвечаю вообще в жизни. У меня лишили девственности меня. Думаешь, Адеев простит Самонину? Конечно, простит. Он, там... он кому угодно и что угодно простит, если ему скажут. Потому что такая обезьяна вообще продажная. Шерсть. Там сидят, кто работать не хочет. Да. В основном. Читайте пару комментариев, пока жую. Николачук, такой умный был на проекте, так рассуждал. Да, он на самом деле... Я вообще в шоке был, когда узнал, что он игроман. Он такой вроде стелит вообще конкретно. Но на самом деле слабачок оказался. Потому что... Ладно там у участников проекта занимать бабла и там просадить его. Хер с тобой. Но когда он там до бабушки, до мамы добрался, начал прикрываться, что там бабушка болеет, рак. Слушайте, ну это дно вообще пробитие. Это слабость, как мужчины. Так же наркоманы, так же алкаши. Они больные люди. Так же игроманы. Их жалеть только надо. Все. Так что это... Давай побыстрее, тут много еще комментариев. Очень надеюсь на вас, берегите друг друга. Да так и будет, ребят, даже не сомневайтесь. Правда, что-то он бывает просто шоу. Ну, 50 на 50. Но это шоу, не забывайте. Сколько вам лет? Мне 26, ему 30. Как вам Ромашова? Скучные очень Ромашова. Нормальные. Они вроде хорошие, но прям чересчур с там себе. С кем детки, с няней? Спасибо, что читаешь все комментарии. Вас Дом 2 только разрушал. Я хочу, чтобы вы были вместе самые счастливые. Спасибо. И вам того же желаем. Кристина реально красивая девочка. Удачи вам. Почему Саша плохого мнения про белое? Отгадайте с трех попыток. Эфиры не смотрите, нет? Саша лютый. Согласна с Сашей. Я рада, что вы ушли. Правильно, Саша говорит. Вам там не место. Вы реально другие, настоящие. Спасибо. Привет соседям. Привет. Что? Слушайте, извиняюсь, что говорю с... Дома 2, да. Извиняюсь, что говорю с набитым ртом. Короче, на самом деле на Дом 2 произошел... Маска. Произошел... О. На Дом 2 произошел фокус-покус. Он реально нас разрушал, реально прям жесть, как нас там вообще как стравливали. Как выяснилось, но как только мы сели в машину, мы поняли, что самое дорогое, что есть у нас на свете, это мы и дети. Мы друг у друга и дети. Так что, сами того не понимая, они сделали нашу семью вообще пуль непробиваемой. Так что, на самом деле, спасибо, Дом 2. Берегите друг друга, вы классные. Спасибо. Привет из Германии. Приветик. О, и хайса, Александр. На проекте одна Кристина и Ильяна нравится. Ильяна уже не на проекте. Кто, по мнению Саши, действительно достойна пара на проекте? Никто. Марафон. Крис лучшая, достойная девушка. Реально самые адекватные, самые это вы, и вы ушли. Саша, я вас просто обожаю. Вы такой крутой мужик. Спасибо большое. Приятно смотреть на вас. С кем детки, с няней. Ржу. Шмарафон. Сашка, красавчик без понтов, какой есть. Он, кстати, с понтами, с такими своими. Понторез редкостный. С Ростова привет, привет, к шмарафону. Ну, кого-то угорнуло это слово. Не понимаю, ты же
писала, что расстались. Это было давно. Да мы расстаемся с ней по 5 раз на дню. А Катя не говорит, что Артур деньги занимал? Это она нам рассказала. Вообще. На самом деле она год молчала. Он ее, оказывается, мучил вообще год. Она ему занимала и по полтиннику, там, и черт что было. Я говорю, Катюх, может, простите Артура, говорю, спасать надо пацана, не топить. Она говорит, Саша, я его год спасала. Так что, Катюху не надо обвинять ни в чем, а только жалеть. Женщина бедная хапанула. Ей только 19 лет, почему между прочим. Почему ушли из проекта? Задолбались. Не все ребят могут жить в атмосфере вот этого тотальной гнили, фальши и дерьма. Поэтому, знаете, ну, мы туда пошли. Ой, я не хочу рыбу. Дом 2, это правда, что просто шоу? Ну, не, это не просто, ну, это шоу, но там в основном там 50 на 50 все искренне. Ну, как в конце выяснилось, там, конечно, темки подкидывают периодически всем. Но есть персонажи такие, например, как мы. Минимизирую. Когда узнала, что ушла пара, сразу подумала на вас. Вы классная пара, приятно на вас смотреть. Спасибо. Белая чисто шибы и каждая лобна бухая. Почему организаторы это не... Да им по кайфу. Блин, все прыгает. Не приседают. Не пресекают. Ну да, не пресекают, ошиблись. Да им по кайфу на это смотреть. Что это шоу. Почему ушли? Устали, вот честно. Ульян, чем будете заниматься теперь? Ой, да тут делов море. У меня бизнес. Надо работать, детки, детей растить, бабло зарабатывать. Скоро на конкурс красоты еду. А вы рядом с Луховицами или Коломной? Мы в Рязани, рядом с Луховицами. Я видела работу по маникюру твою, очень красиво, не как у всех, спасибо. Тигран вроде нормальный, зачем ему белое, ужасно ведет себя. Я сам не понимаю, зачем Тиграну белое, вот правда. Как к тебе попасть на маникюр? Записывайтесь ко мне в личку, я обязательно вас приму. А про Крис что? Ну, Крис хорошая девочка, вот, но... Ребят, для клиентов на маникюр из других городов будут памятные подарки, я вам обещаю лично от себя. Вы только заранее предупреждаете, что я вот еду оттуда-то, оттуда-то, мы вам будем, может, там футболочки с принтами делать. Ваня сам это знает, а все он понимает. Ильяна, буду по возможности вам заходить. Хорошо, конечно. Ушли без скандала? Ну, так. Без скандала не получилось, но вы этого не увидите, к сожалению, ребят. Mm-hmm. Потому что все сделают так, как будто бы нас оттуда выкинули. Но вы знаете, насколько я ненавижу ложь. Читай. С кем сейчас дети? Дети с нянечкой. О чем? Что с Крис? Что с ней есть? Ангина. Давайте время определим, во сколько будем встречаться. В 10 вечера. Да, в 10 вечера, ребята. 353 человека, вы нас радуете очень сильно. Ульяна, вы рядом с Луховицами или Коломной? Мы в Рязани. А что Саня сказал про цыганку, что все спрашивают за это? Он ничего плохого не сказал, он просто сказал... Я сказал просто, что Ваня не, ну, не любит, у него глаза на нее не горят, они там классная пара выглядят, но Ваньку явно богиня нужна посерьезнее. Он привет как... с Германии, приветик. Германия. Кристина искренне любит Ваню, конечно. А никто не говорит, что она его не любит. А что вы говорили, все, блин, пропустила. А я считаю, что вы правильно сделали, что ушли за периметром, вам будет намного лучше, вы достойна пара. Почему Саша плохого мнения про белую? Ребят, посмотрите эфиры, почему Саша плохого мнения про белую. Вы что, прикалываетесь, что ли? Ульяна дерется класс. Да, наваливает как надо. Саша, красава, кто нравится на доме? Из девчонок вообще абсолютно никто. Из пацанов Барзиков нормальный пацан, без вообще красавец просто. Ну, Тигр плюс-минус еще. А я... так в основном понторезы и дешевки. Я ко всем хорошо отношусь. Выделю я Ваню, Безуса, Кристину выделю, я с ней хорошо общаюсь. Алена мне нравится, кстати. Кто еще? Кто там еще есть? Белая мне нравится как человек. Лучший. Саня молодец. Ульян, цени Сашу, береги его. Счастья вам. Спасибо. Сидит, засирает Крис, вот и все. Смело ушли с проекта. Тут никто ее не засирает, ребят. Если никто вы слова не знаете не сказал. Слова, что такое засирает, лучше его не употреблять. Вы вместе, конечно, не видно. Очень жаль, что вы ушли. Да ладно, ребята, придут кто-нибудь еще. Как Саша, все супер. Аня что устроила? Шмарафон.
ты ушла, и остались одни шибе, которые куча мужиков поменяли на проекте ужас. Ты одна приличная была в этом плане. Спасибо, правильно Саша говорит, поддерживаю. Она во всех планах приличная, не только в этом. Тигран нормальный тип, да. Да, Тигр нормальный. Почему белая каждолобно бухая, и это допускают организаторы? Да потому что они такие же, еб конченые. Вот и все. Мутит темки, я скажу так. Саша, давай, топи за правду. Почему Артур и Катя расстались? Ну, потому что у Артура зависимость пошла. Ульяна, цени мужа. Что вы кушаете? Вам показать, что... Ну, мы уже тут, если честно, покушали. Вот. Рыбка, шашлычок и салатик. Да, и это все от нас влезет. Что Бог послал, друзья мои, что Бог послал. Мы хоть раз вместе, я думаю, заслуживаем. А мне жалко белую, мне тоже белую жалко. Да и мне по-человечески ее жалко, но это не отменяет того, что она ШБ, по факту. Ребяточки, давайте, мы все согласна, взрослые люди. Тигран нормальный. Так, Саш, ты на доме 2 сколько был? Месяца полтора где-то, плюс-минус. Да я бы уезжал чаще оттуда. Почему разводится Горина? Артур Игроман. Бабла уже их занимал, всем торчит бабло. Почему решили уйти? Мы устали морально от этого места. Что думаете насчет Ромашова? Ну, мне они нравятся, как они вместе сочетаются, как пара они нравятся. Но я думаю, что они тоже скоро уйдут, потому что, ну, как сказать, мне кажется, они уже отжили свое на проекте. Как у вас, Саша, все хорошо? А что про Крис? Про Крис все хорошо, сохрани эфир. Хорошо. Где, с кем детки ваши, с няней, ребятки, ну не волнуйтесь, с няней, не бросили же мы их. Так, Ульяна, а почему ведущий не смотрит, что белый что-то не то с головой, постоянно верховный, почему ей не дадут время на лечение? А им это и надо, это тема, понимаете? Ребят, посмотрите эфир, я последние 2 недели только говорил, что белой реабилитации нужна конкретная, просто в дурку. Саша, думаешь, ты подходишь Ульяне, ты похож на шныря? Я идеален. Ой, здравствуйте, что про Ромашовых думаете? Ну, хорошая пара, своеобразная пара. Я к Насте очень хорошо отношусь. Мы с Настей в последнее время сдружились, она крутая девчонка. Женька перегибает иногда. Почему решили уйти? Мы устали морально от этого места. Привет, Женька. Коты, все хорошо у вас? Милан, привет, да, у нас все супер. Тигран нормальный, да, ему Юля не нужна. Ромашов тоже любит... Белый. А почему Саша думает, что белая шмара? Можете сказать, пожалуйста? Конечно, можем. Последние 500 эфиров. Я не думаю так. Посмотрите последние 500 эфиров, ребята. Если кто-нибудь адекватно мне скажет, что белый не шмара, я подарю ему 1 000 000 рублей. А дети где сейчас? Дети у меня с няней. Ребята, не волнуйтесь. Так. Измену не пережили же? Кто измену не пережил? Ульяна, смотри, когда вы были на проекте, было человек 50-60, а сейчас 300 человек. 377, ребят, представьте. Очень простые, правду говорите. Поэтому вас народ любит. Поэтому я буду каждый день вести инсту. Из-за чего развелись Николчаки? Из-за того, что Артур начал играть в азартные игры. Саня, огонь. Белла уже все мозги пропила. Лучше бы Тиграша жену ценил, она золото. Все для детей. Не надо ныть, а пахать надо. Ему было, а не четки крутить. Здесь ну, кстати, тут отчасти молодец. Я соглашусь, Юля у него прикольная. Жалко, что ушли с проекта, жалко, что Сашу не увидим. В эфирах увидите, не волнуйтесь. Да я вам гарантирую, что наша с ней жизнь намного ярче, чем проект, телепроект «Дом-2». Лет через 5 нас туда позовут. Засрал Кристину вот весь эфир. Он не засирал Кристину, причем вообще не засирал. Он просто сказал то, что Ване нужна другая. Вот все. Звук прибавь, если ты не слышишь. Какие вы клевые. Очень приятно вас смотреть. Молодцы, спасибо. Скучать по бабски. Чего? Стукач по-бабски ведешь себя. Ну, не надо. Какие вы клёвые, очень приятно вас смотреть, молодцы, спасибо, не ругайтесь, не дерись, Ульяна. Кайфу от вас, спасибо. Да-да, скажите ей, пусть перестанет меня бить. Белла какая-то потерянная, жаль её. Вы очень красивые, Ульян. Немного психуля, люблю вас. Приятного аппетита, Кутузова, я вас обожаю, спасибо, ребят. Расскажите про Крис и Ваню.
У них все будет хорошо, на проекте точно. Саня откуда? Говор интересный. С Рязани он вместе со мной. С детдома я. Если предложат другие условия, вернетесь. Честно, нет. У нас ни при каких планы, раскладах у нас, вообще. Правда, другие планы. И на проекте все равно какая-то такая некая деградация происходит. Ты никак не развиваешься, очень много времени упускаешь. Вот 3 месяца для меня вот прям предел был. У меня уж последние 2 недели просто депрессия была. Безус любит Таню. Нет. Ну, честно, я думаю, нет. Верите в пару Алены и Миши? Нет. Ну, я, если честно, верю. У них есть какая-то изюминка. Но Аленка, говорят, что она совершенно другой была без него. Так, Ульяна, ты такая открытая. Я была в шоке, когда ты мне ответила в личке. Ты настоящая. Спасибо. Почему ушли? Устали. Что гнилого в доме 2? Темки мутные. Где детки? Детки с няней, ребятки. Какие вы классные, счастья вам. Спасибо. Привет с Казахстана. Приветик. Сколько вам там платили? Очень мало. А что Крис не дал? Меньше, чем я на заводе получал, мы ребят. Хорошо общались. Гориной П пишут. Нет, с Крис все хорошо. Тут никто не говорил. А с Крис вообще очень хорошо общалась. Про нее ничего плохого вообще сказать не могу. Про Саша сказал, что он не верит в их пару из-за того, что Ване не горят на нее глаза. С кем белая? С Тиграном, наверное. Белая с Верховным сегодня вечером. Летучий вернет тебе деньги? Ну, надеюсь, вернет. А не вернет, Верховный да. ему воздаст. Да, замотайте его, пожалуйста, уважаемые подписчики, думаете, чтобы он отдал ей бабло. Думаете, Катя и Артур сойдутся? Конечно, сойдутся. Саня мужем его напоминает. Пока я смотрел эфир, он его увидел и говорит, хоть один нормальный пришел. Привет ему передавай. Как вам пара Ваня и Крис? Хорошая пара. Николайчик на что занимал-то? Говорил на лечение дедушки. Вообще очень прям, ну, грустненько он все это рассказывал. Он проиграл бабло, он все проиграл. Оказалось, что он игрок. Почему вы ушли? Мы устали. Про Кристину не успела, что сказал Саша. Скажи еще раз. Ребята, я ничего про Кристину не сказал. Я просто сказал, что Кристина Ваню любит, а у Вани на Кристину глаза не горят. Да блин, я сразу тебе в парикмахерскую скажу, братва, просто у меня парикмахер один любимый, как и тату-мастер, как и массажист, а к ним не так легко попасть. Узнают вас в городе, да. Да, особенно бабки старые. Да, что за марка часов у Саши? Это мне любимый подарил на Новый год, Casio G-Shock. Катя была в шоке от Артура, да. Грант? Да Грант обычный московский пацан. Ему пофигу на все, его все засирают, а он не скрывает. Любит он елдой в эфире помотать, любит он там пожать наркоты и потусить, но он этого и не скрывает. Я не знаю, почему ему. Нормальный он пацан. Хочу, чтобы вы были самые счастливые. Спасибо, мы хотим, чтобы вы были самые счастливые. Расскажите свое мнение про Крис и Ваню. Мы же только что рассказывали, дорогие наши. Счастья вам, спасибо. Какая пара вам Ромашовых? Как пара вам, Ромашовых? Хорошая пара, своеобразная. Тоже скоро покинут проект. Правда, что Артем и Клава расстались? Да они вчера, кстати, вечером сошлись, потом что-то опять расстались. Ничего не понимаю. Во что играл Артур? В автоматы. То ли ставки, то ли покер онлайн, то ли... Ну что, у тебя любая замануха, он там. G-Shock у него. Очень классно, обожаю вас, Саша, это огонь. Ульяна, береги его. Ой, приветики, привет. Привет с Украины, приветики. Я, кстати, до 6 лет в Украине жила. Кать хорошая девочка. Горина, для нее развод, счастье будет, хоть и грустно сейчас. Да, нафиг да. Нафиг ей это не, да. не до мужик. Молодцы. Саша, повтори про Крис. Хватит. Вы опять вместе? Я вас люблю, спасибо. Ваня, Крис, буду за периметром, как думаете? Ну, в периметре точно, за периметром, кстати, я тоже не уверена. Проект помог вашей семье помириться? Нет. Он помог, зато нам, он помог стать нам крепче, сильнее, мощнее и пуленепробиваемый. Да. Вы ушли? Да. Сохраните этот эфир. Конечно, сохраню. 380 человек. Почему ушли, Ульян? Мы устали морально, просто. Ни зарплату не повышали. Ну и что тут остается до сентября 1 месяц? Хочется на море, хочется деток свозить. Дети устали. Да хрен с ней с зарплатой. Там, блин, атмосфера просто мышиная и петушиная.
поэтому мы оттуда ушли, потому что либо тебя проект меняет, либо ты оттуда соскакиваешь, вот и все. Правда, что 90% на проекте – это эскорт. Чуть-чуть неправильно, кстати, это слово написали, но, да, но плюс-минус, да. Почему вы ушли? Мы устали. Сохрани эфир. Сохраню. Ульяна красавица, Саша огонь, спасибо. Сашка прикол отвечает. Почему ушли? Мы устали от этого места. Саша, помню, сказал Ульян, давай уедем и весь этот балаган закончим сразу. Аня что натворила? Гола ходила с Грантом. Саша, покажи часы, они классные. Что не, за марка? Это худло? Не, уже пацаны, на такие часы еще мы не зарабатываем. Это вот обычные G-Shock Casio, вот они. Я ему подарила серебряные одни и золотые. Любимая, греет постоянно. Во что играет Артур? В азартные игры. Так, с такой женой, с такой женой и присесть на зону можно. Греть будет, зуб даю. Из-за того, что она переспала с Антоном, может, она хотела забыть Играна? Ага, сто пудов. Вас помирил Дом-2? Ну, в чем-то, кстати, Дом-2 нам все равно помог. Да не спрашивайте про Кристину. Они не верят в их отношения. Если с самого начала смотреть эфир, поймете. Ты же, Ульян, с ним рассталась, что он детей шпинал. Мы на это...